у меня давление, знаешь, как подскочит. Ты на свидание девушкам вместо кофе что предлагаешь? Что нам поменять? Воскресим шпай. Ну ты гинеколог. Что, вы нас не ждали, да? А мы вернулись. И зараз мы будем тренить розбійники. Тренировка номер 2. Поехали! Ты нас сегодня единственный гость. А я еще и гость, кстати, ёлка. А потому что все слились, все, кто хотели, все слились. Прилетела. Делай прогибчик. Профессионал, смотри. Что будет, если ты с барменом тренируешься, станешь серым кошаком, блядь? Второй круг отжиманий, то есть мы делаем по 19, средний, широкий и полно. Что надо любить, чтобы попасть в порнохаб? Надо любить банан. Тох, а почему не бутылка? Я люблю бананы. Дорогой, почему ты кончил на пол? Куда-куда? На пол. Потому что у меня есть тапочки. Может, на свадьбу пидешь в туфлях? Не-не, у меня есть тапочки. Это прикольно. Что ты делаешь? Ведь именно за то я не хочу йти в армію. Этот, в армії просто з тебе зробить мужчину. Вот поэтому я не хочу йти в армію. Русіка, що мені буде, якщо я в армії буду з такою прическою, як у мене? Не три наряда в нього чотири. Три раза вне очереди. У тебя просто, понимаешь, ты сейчас поотжимался, у тебя кровь с мозга вся ушла куда-то ниже пояса, и ты думать не можешь просто. Тебе в рот попалось три девушки. О, три наряда вне очереди. Начнем с средних. 25 приседаний, но этот, я же говорю, 2 секунды вниз, то есть ты раз, два, колени уводим вперед, чтобы колени прокачать. Секунду задержимся и 2 секунды вверх. Раз, 10. 25. Семки есть! Прийду в армію, ким я буду для солдат? Русовим мішка. Як тебе в кримінальних кругах називають? Мішка Плюша. Пришлось 3 ребра удалить, да? Ч
Як ти почав називати Тоху після того, як ви почали жити в місті? О, ти пану! Тоха, я знав, що у тебе скриті фантазії, я знав. Можно бить, как же, вообще найдет. Как же я хочу, чтобы эта резинка порвалась. Народное мистецтво. Учитель початковых классов Антон Стенко. Нужно не полностью выгибаться, а постоянно в напряжении держаться. Пресс постоянно напряженным держать нужно. Не разгибать, понял? Не разгибаться, а вот ты согнулся, и все, и погнал вот это вот маленькое амплитуда все. Я просто похлопаю. Ну, дебилы, как всегда.